старше тоже, это второй день из памяти Витта. ОПЕК приняла Примагаз под управлением мастер-наездника Венера Абсаликова с небольшим просветом. Внимание, зрители, покиньте дорожки, идут бега, это опасно. Сейчас машина здесь проедет, покиньте дорожки. Первая четверть станции пройдена за 32,4 секунды. Идет второй день призыв памяти Виктора. На дорожке два участника. Вверх идет Примагаз под управлением мастера-наездника Венера Абсаликова. Просветом Абакадас под управлением наездника второй категории Марины Арбетьяновой. Вторая четверть дистанции пройдена за 31,9 секунды. Вверх идет по-прежнему Примагаз. Большим просветом Абакадас. Второй нет идет без перемен, впереди Примагаз. Пытается побить рекордную резость первого гида. Третья четверть дистанции пройдена за 32 секунды. Примагаз под управлением Венера Абсаликова, мастера-наездника, выходит на финишную прямую. Завершается второй гид приза памяти Виктора. Финиширует мастер-наездник Венера Абсаликова на Примагаз. Ждем второго участника. Финиширует Абакадас под управлением наездника второй категории Марины Абсаликовой.